Всем привет! Сегодня у нас 1 мая. В Финляндии празднуют Ваппу. Так как изоляция, все сидят дома. Мероприятия все большие отменены. Сейчас я вам покажу, точнее уже показываю, как меняются, происходит замена балконов в Финляндии. Вот это вот обычный типичный дом в моем районе. С одной стороны трехэтажный, с другой стороны четырехэтажный. И вот заходит человек, можно сказать, в этот дом. И вот мы смотрим, что мы видим. Стоят леса. То есть происходит замена балконов. Стоят вот такие вот лесенки для работников. Все выглядит достаточно компактно, безопасно. Вот мы видим, что у нас менять будут балконы. Есть у этого дома лестница, как мы видим, справа. Она всегда тут стояла. Не знаю, честно говоря, для чего эта лестница. Может быть, просто пожарная. А вот то, что мы видим, вот эти леса, их, конечно, поставили, чтобы сменить балконы, может быть, что-то сделать на крыше. А жители дома живут. Если происходит в Финляндии в доме только замена балконов, то жители продолжают жить. Это не мешает, скажем так. А что мы видим с другой стороны? С другой стороны дома те же самые леса, но они накрыты брезентом. Специальной тканью. Так, вот мы видим с другой стороны эти леса. Видим форточка открытая. Человек спокойно живет, скажем так. А вот этот вот брезент, это просто полиэтиленовый какой-то мешок с такими тряпочными такими веревочками. Вот такая вот мы видим лесенка на один балкон, на другой, на следующий. Вот так вот выглядят леса. Достаточно много их. Вот, я думаю, что работа тут, наверное, одно удовольствие для строителей. Вот такой вот проход. То есть туда, потом лесенка наверх дальше. И вот так вот устроены, так вот поставлены леса. Честно говоря, в Питере я не видела, чтобы вот такие вот, вот так вот аккуратно, компактно эти леса стояли. И тем более накрывают таким красивым брезентом. Вот мы смотрим, тут какие-то доски. Это, наверное, у старых. А нет, это вот, чтобы леса крепились, они еще крепятся на доски. А что мы тут еще видим? Вот эти вот железячки от лесов. Тут какие-то детали. Вот так вот лежат в упаковках закрытые какие-то гвоздики. Вот я гуляю мимо, прохожу, могу спокойно взять гвоздики. Единственное, что они мне, конечно, не нужны. А так вот все вот так вот лежит. Инструменты валяются, у нас праздник, работники не работают. Гвозди бери, не хочу. Нет, спасибо, не хочу. Так вот у нас с другой стороны выглядит дом. Такие же стоят леса. Я думаю, их установили не так давно, потому что буквально пару дней назад тут такого я не наблюдала. Тут вот какая-то коробка, наверное, для мусора. Вот тут какие-то вот вещички. Вот, вот такие вот железячки. Хорошее, наверное, железо. Может быть, при других условиях в каком-то другом месте их бы разобрали жители, но они вот так лежат, никому не нужны. Я тут мимо прохожу. Что мы тут еще видим? Еще мы видим вот это, как я понимаю, вот это вот полиэтиленовые мешки. Вот они. Их тут целых аж 5 штук.
Они вот, наверное, будут их еще накрывать. Итак, попробую потом сделать видео, если не забуду, этого же дома, но уже с новыми балконами. Сейчас мы посмотрели дом со всех сторон, посмотрели, как меняются в этом доме балконы. Вот это у нас дверь. Вот такой вот у нас красавец дом. Вот какие у него будут балконы, мы посмотрим в будущем. А сейчас вот такие вот красивые леса, которые никому не мешают. Вот дорога справа от этих лесов, детали. То ли это лишние, то ли, может быть, еще будут ставить. Скорее всего, будут ставить. Такого лишнего не должно быть. Вот так. Всех свапу. Всем привет!